И снова здравствуйте, всем привет. Итак, еще один такой конечный, наверное, персонаж, это Джафар для проб-анимации. Попытался я его сделать, значит, опять же, каким образом. Так, пока отключу ему, значит, привязку. Получается, хотел я сделать его вот таким вот образом. Ctrl-Z. Давайте, наверное, покажу. Ну, отдельно, да, чтобы он с ногами был. Вот так вот. Ну, и заодно посмотреть, какое у него, значит, телосложение. Ну, вот минус в чем, что не привязывается, значит, теперь Alt-H. Вот эта шмотка, видите, она зауженная. И она не привязывается к этому персонажу. Тут, короче, ее переплетает. Я уже и веса пытался настроить. Единственный вариант был у меня, значит, отрезать часть юбки и эту юбку посадить на кости. Это бы, ну как, заработало, да? Как вариант, если кто-то хочет, потом можете так сделать. Просто где ремень обрезаете под ремнем аккуратненько, значит, вот это все дело. И потом чуть-чуть подсовывайте под ремень, чтобы не было видно, значит, полигонов, которые будут тут афишироваться, да? И потом уже добавляйте 3-4 косточки, можно их подразделить и, значит, уже потом ими руководить вместе с ногами. Так, ну, какая ситуация? Значит, я сделал, объединил персонажа, значит, если вы захотите просто поприкалываться, то выбираете просто Джафара. Тут у него, значит, вот такой он лысоватый. Ну и где-то там дома, пусть там в квартире так и ходит. Так, ну вот сделал, пришлось сделать еще одного Джафара. Это значит, сейчас посмотрим файл 1, don't save. Так, это уже Джафар цельный. Так, анимацию плаща не буду показывать, как делать. Ролики по этой штуке уже есть. Можно посадить на кости, но лучше сделать симуляцию. Так, это OffsMod. Так. Где тут плащ? Почему-то у меня плащ. А, с одной стороны не выбирается. Так, аж. Есть также присутствует тросточка, все, можно делать анимации. И тут, значит, вот такая штука. Рик с двумя ногами. Вот. Зайдем в PostMod, посмотрим, как тут все устроено. Выбираем управляшку косточку G. И вот можно руководить. Но это персонаж, значит, у нас цельный. Вы видите, что нормально тянется, складок нету. Все зашибись. Так, ну все-таки захотелось мне попробовать обыграть персонажа, у которого есть тело. Так, давайте, где она тут? Don't save. И смотрите, какой я сделал тут рик. Зайдем в Edit Mode. Рик выглядит вот таким образом. Значит, от таза отходит цельная косточка, потом делится на две части, ну типа как колени, да? Возможно, их даже выше поставить. Тогда будет, возможно, колени более повыше. Но работает это, значит, каким образом? Выбираем косточку, управляшку, и видите, да? Вот. Мы можем тут как бы передвигать. То, что вылазит нога, это не проблема. Факт в чем, что ноги привязаны. Есть ролик, где вот этот дефект я показываю, как устранить вот эту вот штуку, чтобы через mesh вылазил какой-то объект. Ну, в принципе, тоже будет неплохо. Можно просто руководить потом раз, вот этой косточкой вперед подавать. И тоже можно сделать прикольную походку, как вариант. Так, что еще я сделал? Поделил R, значит, персонажу
сделал на вот эти хвосты тоже дополнительные косточки, чтобы их можно было закруглять. Ну, в принципе, ходить он будет прикольно. Но это выберите, какой лучше вам персонаж подойдет. Нормально. Тут можно ему G и бег сделать так. Вот просто колено теперь у нас будет здесь, и придется выравнивать косточку, поровнее ставить, где голень. Ну а так, в принципе, что? Так, а ну-ка, тут ориентирования нет, придется еще, значит, так поправлять. Ага. Ломка идет. Ну, о, далеко тогда не отодвигать косточку, чтобы натяжки не было, и все будет работать. Так, вот это тоже R можно руководить. Ну, словом, походку можно сделать, видите, только по низу. Вот как индусы ходят. Прикольно. Ну, а так, если что, можно просто использовать, значит, того цельного персонажа, если вам не нужен, значит, персонаж вот этого Гаврика, значит, в его таких шмотках, значит, вот спортивные, да? Вот. Тут видите, вот как косточки вставлены, вот будет вот такая штука. Но ноги работают. Приколюха, да? Вот три варианта такие персонажа. Если хотите с ним поработать, тут есть возможность и морфингом позаниматься, и, значит, анимацию сделать рта. Вот эти, видите, я тут чуть-чуть высоко поднял. Файл open, значит, это какая будет, где он цельный, вот тут вот. Прикольно будет поработать, значит, у него рот интересный такой, внизу мало, значит, челюсти, а здесь вот побольше. И здесь морфингом можно прям конкретно заняться. Также можно косточки поставить навеки или просто опять же морфинг. Так что, насколько он похож, ну, на низкополигональный, может быть, глаза не похожи, стоп пудей не похожи. Тут еще по глазам какая штука. Чем раскрашенные вот использовать, лучше добавить черные вот такие вот, то как, черные, значит, диски такие, и вот ими руководить, на косточки их посадить, и пусть они по белому глазу, значит, бегают. Ну, так лучше будет, я думаю. Ну, вот такие вот, такой вот персонаж, вот такой вот обзор. На симуляцию, значит, плаща оставлю ссылку в описании. Ну, все. Значит, по Аладдину, по персонажам все закрыто. Заходите в группу 3D модели для анимации и мультфильмов. И здесь вот выложены все модели. Значит, вот Джафар сейчас закинул. Также здесь присутствует Агроба по прошлому ролику. Ну что, неплохо так выглядит, да? Нормально тут палатки поставить, там какие-то ветки, где-то чего-то людей пустить. Можно неплохую сценку сделать, там бега по крышам, прыжки, какие-нибудь погони. Так, также есть царь Пектор, также Джин. Вот коврику в прошлых роликах я вставлял Рик, но здесь нужно Рик чуть-чуть ему иначе сделать. Я вот подумаю, чтобы он мог скручиваться как-то наподобие, как вот я делал карта, скручивание карты, где-то вот это все соединить с ригом, ну, будет бомбовская, наверное, штука. Так, здесь есть, значит, джин с хвостом и джин с ногами. Вот, все это дело здесь уже с ригами. Потом есть абу скачанный программки, ну, с этим. Потом есть ссылки на ролики, которые можно посмотреть. Скачанная Агроба.
Так, ну это вот крысы, львицы, львята, значит, потом аанг, слон, тоже есть для анимации с ригом. Ну и вот, если кто хочет попробовать, значит, прыжки вот шара, вот с хвостом. Ну вот вам, пожалуйста, тут есть два варианта. Хвост отсоединяется при анимации, чтобы он как бы отлетал, да? И значит есть шар цельный с хвостом. Также есть Джейн. Так, есть Танос с ригом для проб анимации, значит, мимики лица. Ну так, и по львицам Джин, значит, Торгаш. Вот эту мать с отцом я еще никак не сделаю Тарзану. Для сцен пойдет. Ну и вот они есть. Тут картинки, есть рефы. Вот он Тарзан. Челюсти, если кому-то нужны. Так, еще вот надо риг вставить вот этому Клейтону. Тут у него ствол. Прикольно тоже будет смотреться. Так, риг медведя. Бег львицы. Так, ну здесь уже Тимон и Пумба. Так, с Тимоном можно поработать. Нужно ему поработать с фейсом лица. Сделать пустотелый рот. Добавить зубы съемные. Ну и сделать глаза. Так, ну Пумба в принципе готов к анимации. Так, ну есть обезьяна. Вот, можно прыжки по деревьям ей пробовать, если кому-то интересно. Так, ну львица уже показывал, медведи, зайцы, тигры, гиена, вот она, тоже с ригом, можно пробовать ее где-нибудь в прериях. Так, тут еще где-то, так, ну волки само собой, крокодил с ригом, значит пауки, страусы, кондоры, гепарды, слоны и так далее. Здесь вы уже посмотрите овчарки, кишки и, значит, труп оленя, который делал в прошлых роликах, тоже можете посмотреть. Ну вот, стая волков или кондоров может все это дело клевать, тем более, что у него теперь есть внутренние органы, которые можно поделить и добавить тут куски, чтобы эти куски вырывались. Ну вот такой короткий обзор. Тут всего очень много, так что заходите, посмотрите. Вам, наверное, думаю, понравится. Так, все, на этом, значит, ролик заканчиваю. Всем пока, до свидания.